Привет! Если ты не видела мое предыдущее видео, вот это. О том, как я получила целых две коробочки, две посылочки от Ифраше, то напомню, меня зовут Даша, и я открываю вторую коробочку от Ифраше, поменьше. Знаешь что? Духи, которые любят почти все, кто знает Ифраше. Flower Party! Йоу! Йоу! Ну, в общем, ты меня поняла. Лимитированный выпуск. Я так долго его хотела. Да эту посылку делала только из-за этих духов. Сейчас я ее распакую и понюхаю. Ну, только я села духов на этом ванильное чего-то там. Вот на этом запястье вот эти духи. А вот на этом новый выпуск. Короче, туалетная вода. Из розы. И куда прыскать лимитированный выпуск? Так, ладно. Хватит кривляться. Открываем. Я достаю. Ты готов? Та-дам! Сама еще не делала. Он в два раза меньше. Если в обычной воде сколько там? Кажется, 30 миллилитров. Блин. Так, здесь 30 миллилитров, 30, да, здесь 30 миллилитров, отличается от обычного выпуска Flower Party тем, что вот эта штучка, она в два раза меньше, колпачок, обычный выпуск, ты знаешь прекрасно, что колпачок и основной флакон, они в одной цветовой гамме, такой розовато-красный, здесь колпачок такой оранжевенький, а сам такой флакон, он такой не то чтобы розовый, он какой-то такой малиновый. Да, наверное, малиновый. И теперь запах барабанной дроби. Для начала. Куда прыснуть-то? Давай сюда. Слушай, ну не то и ароматы плохо слышать стало, не то что, ну вот я никак не могу понять, что за запах, нравится ли он мне. Запах, наверное, нравится, он такой свеженький, такой, кстати, когда нажимаешь на эту пупку, такой раздается щелчок, ну как бы слышно. Дождь из... У вас что-то попало. Ну, запах такой точно свежий. Но я совершенно не понимаю его. Не то цвет точный. Не то еще что-то. Ну, я вообще запах не понимаю. Понимаю только, что он какой-то такой свежий. Совсем почти не похож на свой обычный выпуск. Я не знаю, честно, как описать этот запах. Улавливаю свежесть, больше ничего не улавливаю. Далее у нас идет. Я покупала под обычную версию Flower Party вот такое парфюмированное молочко для тела. Это же у нас молочко? Да, это у нас молочко. Сейчас ценю запах, хотя мне, наверное, уже все запахи перемешались. Как же говорят, что после трех ароматов обоняние человек начинает пудрить мозги человеку. Ну-ка, сейчас попробуем. Да, вот в это средство я прям уже люблю. Это у нас, да, это у нас парфюмированное молочко для тела цветочная диска. Здесь аж целых 200 миллиграмм. Очень большой объем. Для Ифраше это нестандартно и непривычно. И приятно для меня было. Потому что я не ждала, что будет такой большой флакон. Я ему безумно рада, потому что он пахнет один к одному, как сами духи Flower Party.
стандартная версия. И вот насчет стойкости на коже я еще не проверяла. Похоже, у меня есть тема для следующих видео. Да. Вот. Вот это средство я уже с первого взгляда влюбилась. Значит, у нас идет два по одной цене. Вот такая вот малиновая уксусная водичка для волос. Я хоть правильно ее назвала? Малиновый уксус для полоскания. Всегда беру ее по строчке два в одном. Во-первых, когда у меня заканчивается последний будет чек, у меня как раз высылают мне бланк заказа, где есть такая возможность по одной цене заказать. И это гораздо удобнее. А бутылечки, хоть и маленькие, но качается он сравнительно не быстро. Но все равно я всегда беру запасные на всякий случай. Вот. Так что запах у него обалденный. Я вот, это, наверное, уже шестые. Потому что я беру их третий раз, каждый раз по две. Значит, шестые. Обычно мне запахи быстро надоедают. В своем видео о духах я об этом уже говорила, но от этого запаха я не устану никогда. Также мне пришел увлажняющий крем для рук длительного действия. Не знаю, зачем я его заказала. Видимо, мне не хватало суммы для какого-то подарка. И я его заказала просто, чтобы крем для рук, он никогда лично не бывает. Никогда. Совершенно никогда. Поэтому я, видимо, решила, что он мне не помешает. К тому же маленький, его можно с собой таскать повсюду. И да, и запах. Запах. Непонятный. Я говорю, мое обоняние отказывает на меня сегодня уже больше работать. Попробую нанести на кожу и рассказать о своем первом впечатлении. Вообще там есть какой-то стандартный крем для рук из этой же серии. Но, разумеется, в три раза, наверное, больше объем. Здесь у нас 30 мл, там, по-моему, было не то 60, не то все 90. И я не была особо впечатлена, потому что я люблю, когда кремы для рук, они очень такие увлажняющие, прям очень увлажняющие. И мне не хватало увлажненности в том креме. А на этом написано длительного действия, и надеюсь, что... Ну, вот этот, ну, кстати, достаточно увлажняет. Я наношу. Мне нравится, пахнет. Все, я уже не знаю, как описывать запахи. У меня все смешалось в доме Облонских. Для тех, кто захочет взять такой же крем, напоминаю, что это увлажняющий крем для рук длительного действия с экстрактом арники. Ну и все. У нас остались только пробники. Вот таких три пробника. Один из них опять цветочная дисколетняя версия. А второй антивозрастной эликсир, и третье, что это у нас, Memento Bonjour, вот, туалетная водичка. То есть вот эти три пробника, они очень популярны, вообще, наверное, их знают уже все. Ну и тут каталог от Vuitt одежды, здесь я правильно произнесла название, иначе меня четвертуют. И каталог для подруги и Фарше. И на этом все. Напоследок хочу тебе пожелать атласной кожи, шикарных длинных волос, без всяких каких-то косметических ухищрений. Будь красива сама по себе. Чао!